Болгарский перец хорошо промываем водой. Сладкий перец чистим от семян и нарезаем небольшими брусочками. Помидоры хорошо промываем водой и нарезаем кусочками. Горький перец моем и разделяем на две половинки. Готовые помидоры пропускаем через мясорубку. Далее измельчаем горький перец. Пропускаем через мясорубку болгарский перец. Измельчаем чеснок. Отправляем все компоненты аджики в 5-литровую кастрюлю. Готовим аджику после закипания 40 минут, постоянно помешивая. Всыпаем сахар. Добавляем соль. Вливаем уксус. Все хорошо перемешиваем и варим еще аджику 15 минут. Крышки заливаем кипятком и отправляем в духовку вместе с чистыми банками на 25 минут и прогреваем при температуре 110 градусов. Аджику отправляем в банки, накрываем крышкой и закрываем ключом. Переворачиваем банки на крышки и накрываем теплым пледом. Аджика получается очень острая и вкусная. Приятного аппетита!